После моих предыдущих видео некоторые люди оставляют комментарии такого рода, мол, не нужно оставлять своего собрания. Почему-то у них складывается впечатление, что я людей призываю оставлять свои поместные собрания. Но на самом деле это не так. Я не говорю вам, чтобы вы бросили свое собрание, тем более, если у вас хорошее собрание, вдохновенное Богом, и у вас благочестивый пастор. Такое собрание не нужно оставлять. Но я вижу следующее, что люди не осознают самой важности и самой сути, для чего вообще существует Церковь Божья и для чего в этой церкви установлены служители. Во-первых, служитель поставлен Богом для того, чтобы прилепить вас к Иисусу Христу. То есть он своим служением способствует вашему соединению с Богом. В Библии говорится, соединяющийся с Господом, один дух с Господом. Но когда вам бесконечно внушают следующие слова. Якобы без пастора вы не спасетесь. Если вы не исповедуете ему свои грехи, вы не спасетесь. Если вы перестанете ходить в церковь, вы не спасетесь. Если вы покинете общину, то вы уйдете в мир. А потом говорят, что кровь Иисуса Христа даже перестанет для вас действовать, потому что, говорят, только в церкви кровь Иисуса Христа циркулирует и очищает, и омывает вас. То есть так или иначе, под всевозможными предлогами, вас привязывают не к небесному царству, не к Иисусу Христу, а к пастору и к местному собранию. А теперь я объясню вам, что на самом деле в этом плохого и почему лично я проповедую и заостряю ваше внимание исключительно на личных взаимоотношениях с Иисусом Христом. Итак, во-первых, давайте на минуту представим картину. Не дай Бог, вы заболели, у вас отказали ноги, вы парализованы и вы остались без церкви. Вы не можете ходить в церковь, а по учению вашего пастора они говорят, что кровь вас не омывает, они говорят, если ты в церковь не ходишь, ты уйдешь в мир. И как же теперь? Не дай Бог, но ты лежишь парализованный, ты же в церковь не ходишь. Что ж теперь делать? В мир уйдешь? А еще говорят, что если ты не ходишь в церковь, Бог придет только за церковью. А как же ты теперь уйдешь в восхищение? Вот это беда-то какая, а? Ты верующий, ты лежишь больной, ты лежачий больной, а Бог заберет только церковь. А тебя, получается, уже не заберет. Но ты же в церковь не ходишь, так же тебя твоя церковь учит. Ну, разве не так? А вот еще представьте, начались гонения на церковь. Государственные власти, представьте, вдруг запретили вам собираться. Вот запретили просто всевозможные массовые скопления людей в помещениях и в зданиях. Ну, в связи с якобы террористическими угрозами, там, экстремизмом и всему остальному. И вот вам говорят, что собрание теперь вне закона. И вы рассеялись. Ой, а как же теперь быть-то с этим учением, а? Ведь без церкви, говорят, вы не спасетесь, и кровь вас не омывает теперь, и дьявол вас теперь все. И вот представьте, вся ваша церковь рассеялась, и что теперь? Теперь вам что, дорога в ад? Ну, по вашему учению так и получается, люди. Ведь вы уже тогда вы не будете церковью, если вас разгонят, если вас запретят, вы будете вынуждены собираться где-то по домам. И то там полиция КГБ вас может найти и, так сказать, осудить. Ну ладно, в этом случае вы пострадаете за Иисуса Христа, но все же, если вас будут разгонять, вы оказываетесь без собрания. А как же быть с апостолом Иоанном, который на острове Патмос сидел за Божье Слово? У него же собрания никакого не было. А как насчет апостола Павла, который сидел в тюрьме за Божье Слово? Тоже без собрания, а? Что-то Павел в мир не ушел, от Христа не отпал. А Иоанн Креститель тоже собрания не имел, ел акриды и дикий мед, вообще жил в пустыне, проповедовал на Иордане людям покаяние. Видите, как получается. Так что, если завтра вы по какой-то причине не сможете посещать церковь, если по какой-то причине вдруг завтра начнутся гонения, если вы останетесь без собрания в связи с какими-то жизненными обстоятельствами, так что теперь? Неужели вам конец? Нет, конечно. Так вот, смотрите, церковь для того и существует, чтобы сегодня, прямо сейчас готовиться и укрепляться и утверждаться в Иисусе Христе. Чтобы с вами было, как написано, дайте Христу вселиться в сердца ваши. То есть, если завтра церковь будет рассеяна, а церковь всегда была гонима во все века, это сейчас, в 2017 году, у нас почти все гладко, все шелковисто, и так сказать, живем тут, как сыр в масле катаемся, нас никто не преследует, в амфитеатры не кидает, львов на нас не травят, не обвиняют в поджогах городов, там, как это было в случае, помните, там в истории Нерон, если я не ошибаюсь, все это делал. А вот представьте, если завтра вы всего этого лишитесь, да? И что тогда получится? Вы все уйдете в интернет. Сегодня многие из вас смеются. Девятяров, что ты за интернет-проповедник? Так я вам скажу, еще
Возможно, представьте, еще может пройти немного времени, и вдруг вас закроют и запретят, и вы не сможете где-то собираться. Что ж ты будешь тогда делать, если завтра твою церковь закроют? Вот подумай, что ты реально будешь делать? Что, тебя кровь перестанет омывать? Или ты не спасешься, или ты в мир отпадешь? Так вот, некоторые из вас, если 2 недели не походили в собрание, уже разбитые в вере, это говорит о том, что у вас низкопробные проповеди, низкое качество служения в церкви. Вы поймите, я это говорю не просто так, я это говорю с той целью, чтобы вы могли служить Иисусу Христу полноценно. Я не говорю встать и уйти из нормальной церкви. Если ваша церковь, конечно, стала там непонятно чем, домом торговли, там вертепом разбойников, то с такой, конечно, нужно уйти. Вменяемую, нормальную духовную церковь оставлять никогда нельзя. Поэтому, если сегодня вы в своей церкви не готовитесь к тому, чтобы быть крепким и твердым в вере, когда придут гонения, испытания, когда на ваш дом, на ваше строение, так сказать, начнут дуть реки, и, точнее, ветры и реки разольются, как это говорил Иисус в одном из своих рассказов, то ваш дом не устоит, вы понимаете? Церковь для того и существует, чтобы во время бедствий, трудностей, гонений, каких-то там катаклизмов, чтобы ты устоял без собрания. Вы поймите, что настоящий укрепленный, утвержденный христианин и настоящий благословенный пастырь – это тот, который может научить людей жить во Христе и быть водимыми Духом Святым даже без собрания. Вы поймите, сегодня собрание есть, завтра его нет. Сегодня у вас ноги работают, чтобы прийти в церковь, завтра вас может парализовать, и вы туда не придете. И что теперь вы? Умереть, что ли, должны без церкви? Надеюсь, вы мою мысль поняли, да? Что основная задача пасторов и Церкви Божьей – это укрепляться и утверждаться в Духе Святом. Понимаете, до сих пор, пока время благоприятное, пока у вас есть силы и возможность посещать свое собрание или ячеечную группу и так далее. Но главная задача – это чтобы вы были соединены с небесами. Вот и все. То есть это основное, к чему я делаю все свои основные призывы и на что нацелены мои проповеди. Чтобы не были вы привязаны к церкви, а чтобы были привязаны к небесам и ко Христу. Тогда реально строение вашего дома устоит. Ваш дом на камне основан. Камень же – это скала, это личность Иисуса Христа, это откровение Иисуса Христа. А если вы просто раз в неделю ходите в церковь, вы привязаны к церкви, вы туда ходите, непонятно, и даже сами не знаете, зачем туда ходите, то начнутся гонения, трудности, испытания. Ваша церковь рассыпется, ее будут гнать, она рассеется. И что тогда с тобой будет? Вот подумай реально сам, что будет с тобой, если вдруг, можно допустить, вдруг начнутся преследования Церкви Божьей, если вдруг церквям запретят, значит, собираться. Вот подумай, что с тобой будет? Ты окажешься без церкви, все, пастора рядом не будет, уже некуда к тебе прийти в воскресенье попеть и поплясать. А что будет? Останешься дома, один на один со Христом, а также один на один с дьяволом тебе придется сражаться, вести духовное сражение. Ведь Иисус Христос, смотрите, в пустыне 40 дней был, рядом ни апостолов, никого, некого попросить, никакой поддержки, один на один с дьяволом, и он там побеждает. А что будет, если ты один на один останешься вот так с дьяволом, а ты 2 недели не можешь без собрания, тебя уже в мир тянет, если ты 2 служения пропустил, все, ты уже в вере потух. Почему так? Такого не должно быть. Опять же, я не призываю вас не посещать собрания. Я просто говорю, чтобы вы посмотрели на свое духовное состояние. Еще раз говорю, если после 2 собраний пропущенных ты уже потух в своей вере и уже тебя дьявол задолбал, так что же будет, когда гонения начнутся и вас всех раскидают? Что будет? Вот подумай, что с тобой будет. Правильно, если ты такой немощный, ты реально отвалишься. Почему? Тебя не к тому привязали, не ко Христу прилепили. Поэтому с сегодняшнего дня я хотел бы, чтобы ты реально пересмотрел все свои духовные ценности, свое богословие церковное, свои взгляды церковные, и реально прилепился бы к Иисусу Христу. Все, и тогда твой дом реально устоит, устоит. Вас рассеют, разгонят, вы, не дай Бог, там заболеете, не знаю, в другую страну попадете, будете на необитаемом острове где-нибудь, и вы все равно останетесь частью Церкви Иисуса Христа, или в тюрьме, или на острове, или в космос вас там, вот, куда-то там, не знаю, там, отправить вас на Луну, короче, чтобы вы жили, вы там тоже останетесь частью церкви, вас Христос и оттуда заберет, вы понимаете? Поэтому Христос забирает свое тело, а тело состоит из рожденных свыше людей, а не из какой-то определенной группировки, в которую ты ходишь. Надеюсь, вы меня поняли, да? Я думаю, что рожденный свыше меня понял. На этом у меня все. Да благословит вас Иисус. Еще раз хочу сказать,
нормальное духовное собрание не оставляйте, а если ваша церковь Вавилон, тогда выходи из Вавилона и не участвуй с ним в его грехах, но будь как Авраам, который вышел из Ура Халдейского и следовал, ища город, создатель, строитель которого Бог. А мы тем более знаем, да, где это Божье царство. А нам сказано, ищите прежде царство Божьего, все остальное приложится. А где его опять искать? Где? Внутри вас, сказал Господь, есть Божье царство. У меня на этом все. Да благословит вас Иисус. Аминь.